Привет, Беларусь! Слава белорусским героям Андрею Зельцеру, Роману Бондаренко. И вот сегодня встретил такую новость в сети интернет 27 ноября 2021 года. Арестованы счета школы ФИДЕ. Экс-председатель Федерации шахмат Анастасия Сорокина была среди спортсменов, которые подписали письмо против насилия. А летом 2021 года вынуждена покинуть была Беларусь. Фактически Лукашенко задевает уже интересы даже спортсменов-шахматистов, которые, я считаю, что все мировое сообщество спортсменов-шахматистов должно принять меры против этого режима, против Лукашенко. Иначе это будет полный трындец, и Северная Америка почти в середине Европы. Это одуреть можно. Я считаю, что это беспрецедентное такое вот отношение ко всему мировому обществу. Уже блокировать счета шахматной школы ФИДЕ, которая помогает шахматистам Беларуси, молодым, юным, развиваться. Я считаю, что это Лукашенко уже уничтожает полностью даже будущее Беларуси, не то что настоящее. Это такое мое субъективное мнение. До новых встреч, друзья!